Поехали. Поехали. Ну что ж, врываемся в карт большого куша и сразу же с потенциально очень ярким поединком. Возвращение ТК Газа, мастер спорта международного класса, но и против него Ильнар, который тоже был очень заряжен, но он кандидат в мастера спорта. И посмотрим, насколько будет видна и видна ли вообще будет эта разница в любительских разрядах. Как мы все знаем, кулачные поединки совершенно другое. Ну, Торнике пока оправдывает свое прозвище. Только Газ. Только Газ. Да, только Газ. Вариантов. О, сейчас Ильнар хорошо попал. Ой, сейчас апперкот мощный уже от Такагаза. Вот очень сумбурный бой. Поймал момент, когда Ильнар так наклонялся вперед. Торнике пропустил очень хороший удар, но сразу пришел в себя. 8, готов продолжать. Здесь, конечно, невозможно не завестись, такая атмосфера, и в любом случае тебя все будут гнать вперед. Торнике попал очень хорошо. Вот как раз-таки апперкот, который он тогда выцеливал, и сейчас заряжает, и кажется, это все. Камбэк от Токагаза. Торнике Сванидзе одерживает победу техническим нокаутом в первом же раунде. Ну а Ильнару Алиеву, безусловно, здоровья. Повтори на меня, Готов, хорошо, присядь. Садись. Ну и, конечно, хочется, чтобы максимально быстро он восстановился и без последствий. Это хардкор! Очень хорошо проявил себя в первом же дебюте Ильнар. Прям... Да, смог нокдаун оформить в первом раунде. Точно красавчик. Ну, только Газ, это только Газ. Одна минута 20 секунд первого раунда. Победу техническим нокаутом одерживает боец из синего угла. Торнике Токагаз Сванидзе. Торнике, я тебя поздравляю с победой. Просто упал и сразу же встал и сделал. 100%. Это была случайность. Всех приветствую, друзья! Очень много здесь бордей живут на людей. Всем от души. Я очень сильно много ждал этого момента, чтобы выйти и чуть-чуть где-то, я не знаю, как сказать, не доглядел. Ильнар был очень хорош, он в натуре был заряжен. Я как пришел, с первых минут бегал, заряжен был. Я вам прошу, дайте ему еще один шанс, он себя точно проявит. 100%. Как обычно, вот этот вопрос такой риторический. Надеюсь, я вас порадовал. А когда не радовал? Всегда буду радовать. Друзья, я выхожу сюда воевать. Вот и все. Мне нравится это дело, мне нравится состязаться. Теперь бы хотел бы выразить благодарность своим спонсорам, которые меня поддерживают, если есть возможность. От души всем. Отдельно Вовчику Маркитантову, братишка, всегда рядом, тепло поддерживает. Также моя команда Ниджад, тренер мой любимый, Гранти, где мой брат, Волчара, люблю тебя, первый бой со мной рядом. Следующий бой, в планах есть показать вам ММА, бокс, ММА, кулачка. Так что в сентябре, нормально, мне руку потрепал, это видите какие удары жесткие, что рука рвется. Короче, надеюсь, вам понравилось, увидимся. На ММА. Я там покажу сюда.
Поскольку газ здесь, он всегда будет газовать, и никто не сможет его остановить. Проиграть я могу, в этом базара нет, но остановить меня никто не сможет. Я проиграю, вернусь здесь трассами, но проигрыша вы от меня не увидите. Это так я чисто закинул, чтобы высокомерно не звучало, но я не намерен проигрывать. Вот меня почти вырубили, я такой, ничего себе. Мне аж понравилось, улыбка на лице встал. Сразу вернул, да, как в ответ, да, тоже. Короче, опять скажут, что у меня дагестанский акцент. У меня просто очень много братьев дагестанцев, и как-то так получилось, что чуть-чуть говор есть дагестанский. А так, я настоящий грузин, сакартвелос гаумарджус. Все, всем всего хорошего, увидимся скоро. Спасибо, Турники, спасибо. С победой. Ну, что, пожалуйста, моему сопернику огромная благодарность за такой бой. Честно, я знал, что будет тяжелый бой. Красавчик, братан, молодец. А за что тебе, брат? Все. Извините, что много времени. Нормально. Ильнар, ну что, как сказал уже Эдик, первая серия этого фильма была очень яркой. Я бы сказал, даже искрометными моментами. Тебе большое спасибо за этот яркий бой. Я думаю, что тебе есть что сказать. Спасибо большое, да, на самом деле. Огромное уважение, Торники. Камардёба Биджо, ты красавчик, брат. Честно, с таким, только с такими хотел бы уходить. Надеюсь, я не разочаровал никого. А даже если разочаровал, это как бы на ваше усмотрение. Я выхожу сюда драться, рубиться. Для меня вот это настоящий хардкор. Вот это настоящая заруба. Не аккуратничать, драться, да. Я немножко подвел свой тренерский штаб, но я никогда ни перед кем не извиняюсь, потому что у нас клуб Китек. Мы идем до конца, что бы ни было. В любом случае, я не считаю, что я подвел свой клуб. Я представил его так, как она есть. Я с удовольствием нахожусь здесь, реально. Если дадите еще один шанс. Для меня хардкор – это вот такие бои. Бескомпромиссные. Идти рубиться. Я мог аккуратничать, мог что-то еще, когда первый раз нокдаун отправил. Но мне кажется, вот это и есть заруба. Вот это и есть большой куш. Спасибо огромное моему тренерскому составу. Дауд, Артурчик, братишка. Тебе тоже от души, ты сегодня со мной вышел. Мой брат Ильнур младший, вот он, его дочка, мое сердце, она стала чемпионкой России по кикбоксингу. Маленькая девочка, вот это все ради нее подавать пример. Ну, я, наверное, сейчас много буду болтать. Мой клуб Китек, и только так я его буду представлять. Все, спасибо большое. Всем мира и добра. Спасибо, парни. Такие бойцы нам нужны по-любому. Спасибо большое. Подарки от наших спонсоров, парни. Еще раз вам огромное спасибо, ну а мы едем дальше.